В Пензе подписано первое в России соглашение между региональными телеканалами. Подробности у наших коллег из Пензы. От этой встречи выиграет прежде всего зритель. Руководители крупных региональных телекомпаний обсуждают, как наладить обмен контентом. В Пензу приехали представители журналистского сообщества из Удмуртии и Пермского края, Мордовии, Чувашии, Самарской, Свердловской и Ульяновской областей. Пройдя там не только 400, но и 1000 километров можно проехать, чтобы встретиться с коллегами. Телевидение, как и радио, хоронят уже много лет и говорят, что все, ну вот сейчас интернет пришел. А прийти уже наконец к какому-то концу и понять, что, ну, как было телевидение, так и будет, да, как говорили в фильме «Москва слезам не верит», все пройдет, но будет телевидение. Я думаю, что, в принципе, так и останется, да, то есть мы немножко меняем платформы, но остаемся тем, кто мы есть. Если устанавливаются такие взаимодействия, тогда есть шанс расширять свой кругозор. Когда появилась такая возможность оказаться здесь, в моем любимом городе Пензе, так сказать, мы соседи, и контакты постоянно существуют, так или иначе. Конечно, не преминул воспользоваться этой возможностью. Участники медиафорума отметили, что у регионов одни и те же проблемы, которые легче будет решать сообща. Обсудили, как именно можно наладить деловые отношения между телеканалами. Оказалось, что коллегам есть чем поделиться. Готовы туристические, культурные и молодежные проекты. А у молодежи очень много направлений. Вот это вот освещение нам бы всем было бы полезно. Есть наверняка интересные вещи, которые происходят у нас на пензенской земле. Есть у вас. Телерадиокомпания «Экспресс», которая выступила организатором медиафорума, уже на протяжении года обменивается контентом с десятком телекомпаний по всей России. Теперь основной упор не только на авторские программы, но и на информационные материалы. Наши телекомпании не всегда имеют возможность доехать в какие-то дальние регионы, но наши пензенские делегации-то туда приезжают. И мы же говорим не о том, чтобы рассматривать новости этого региона в чистом виде, а мы его хотим рассматривать новости региона в контексте Пензы. Итогом встречи стало соглашение. Своими подписями руководители региональных СМИ официально подтвердили намерение безвозмездно обмениваться новостными репортажами. Имея на руках вот этот вот положенное на бумагу соглашение, мы сможем обращаться в тот же самый Союз журналистов, в Национальную ассоциацию телерадиовещателей, говорить, что вот у нас есть такая работа проведена. И, собственно говоря, искать ресурсы, потому что ресурсы, безусловно, понадобятся. Ну и уже выступать как некое телевизионное сообщество, потому что мы очень сильно были разобщены долгое время. Возможность подписать соглашение есть и у других региональных телекомпаний. Первый шаг в деловом партнерстве сделан. Стороны договорились к 9 мая создать и обменяться проектом с рабочим названием «Дети о войне». Елена Куксова, Евгений Хлус, телеканал «Экспресс».